Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на канале «Заметки нумизмата». Тема сегодняшнего ролика – портрет Екатерины Великой на монетах рублевого достоинства. Как известно, в 1762 году Екатерина пришла к власти, а скончалась она в 1796 году. За столь длинный период портрет изменялся. И первый тип портрета, я вам его вот здесь вот представил, это так называемый портрет с шарфом. Следующий тип портрета, это опять-таки молодая Екатерина без шарфа. Этот тип портрета чеканился до 1766 года. А второй тип портрета, так называемый без шарфа, чеканился до 1776 года. Характерной особенностью этого портрета является отсутствие на шее у императрицы шарфа, который присутствовал на первом типе. В 1777 году было принято решение чеканить монеты другого типа, так называемые низкорельефные. Вот здесь представлена монета с портретом раннего типа, но низкорельефная. Характерной особенностью этого портрета является удлиненная шея императрицы. И такой портрет чеканился вплоть до 1883 года. И последний тип портрета, так называемый четвертый тип, с короткой шеей. Этот тип портрета чеканился вплоть до смерти Екатерины Великой в 1796 году. Посмотрите, пожалуйста, видеоряд, и при крупном увеличении будет все видно и понятно то, о чем я рассказывал в этом ролике. За сим прощаюсь. Это был Сергей Юрьевич и канал «Заметки нумизмата». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся!